Берет, не берет. Условия для всех. Ну вот и там обычно там 2-3 секунды прикладываешь максимально все. Сейчас мы у тебя прямая. И человеческий результат. Это левый. Да. О, на левый, да? 75. Давай, Санек. Вот сейчас четко 97500, новый рекорд. Четко, да? Давай, прокомментируй. Ну, новый рекорд замеров 97,5 килограмм. До этого лучшие были там в районе 94. У каких спортсменов, ну, если не секрет? Там, у меня, у Олетина, вот там еще Шевцов. Я самых топов, я, к сожалению, пока не еще замерял. Там вот мне очень интересно было там Дениса на пике посмотреть. Ну, да, конечно, там... Давида. Да, да. Давида там... Сигнашвили и так далее, но это пока не представляется возможным. Но вообще, как бы, 97, ну, очень, очень хорошо. Угу. Все нормально. Да? Хорошо. Ну, 68-80. Пойдет, блин, я не знаю. Ну, вот, чуть побольше. 98-80. А было? 97-5. 97-5. Класс. Вот это сейчас. Высокий уровень. Я могу предположить, что даже у самых топов где-то в районе 100, 105, может быть, ну, тяжеловес. Предполагаю, что у Сигнашвили, там у Дениса. Ну, запястье вперед, кисть на себя максимально, да. Еще. Да. Ну, не топ, как бы. Просто. Ну, сейчас попробую. Вверх наверх, наверное, тебе тяжело в одном месте, да? Сжимаем. Сейчас не открываю плечо. Сейчас. Ну, это сильный пронатор. Да? Это в любом случае сильный пронатор. Ну, это самый сильный пронатор для твоей, мне кажется, себе рычаги огромные. Может быть, не как 40, но... Близко тоже, да, метр 95, а где-нибудь? Нет, 6 вообще. Пример так же. Да. Средний пронатор, да? Не, хорошо. Да. После такого сгибать все хорошо. Пойдет? Да. Здорово. Пойдет? Пока больше пикает. Пронация должна быть, да, больше? Да, да, конечно. Ну, вообще, пронация на более сложное движение. То есть... Не, 75 и 65, или примерно 50 на 50. То есть, сравнимо. Сразу. Ну, у меня рекорд... Легко. 100, да, 17 здесь. То есть, тут прям как кровь, прямой рукой, да, тяну? А чуть можешь сначала подсогнуть, все равно она разогнется. Да, там, лучше не... Сейчас кисти 97, может, не разогнем. Так. Ну, до нового рекорда где-то 4 килограмма. Если я еще попробую. Если ты сейчас разомнешь, нормально ты сделаешь. Так. Ну, у меня рекорд 117. Да. У меня 117. Ну, это прям в форме. Ну, сейчас я наверное, не сделаю. Я думал, у меня пальцы какие-то отведения. Ну, так я тебе говорю. О, новый рекорд. С клубой мотивирует. А я не снял. Вы выложите? А я не снял, да. Без проблем. А тут нужно как? Просто... Короче, просто... Не, я форма у меня неплохая. Вместе справа, на самом деле... Сейчас левый. У меня что состав? Ловительный, что Сарычев. Я ждал от них больше 120. Потому что они оба там пальцы раскачивали. Да, отлично.
то, что... Вот. О, в общем так. Тяжелее, у кого спина не тянет. Или вес мать. Поверху. Что там левое? О, 6. Сильнее, чем у меня левое. Да? Оторванное, да. Нормально. Ну-ка, сейчас я забил. Нет, 114, да, было? Рекорд устоял. Или 112. Все. Рекордсмен Ваня остается. Сейчас прямой угол здесь. Да, прямой угол здесь. Кисть можно подсогнуть. И вот в такой плоскости прикладываешь максимальную силу. Да, все. Аккуратненько, да, потом. Или смотри, ну смотри сам, да. Как все, болит, не болит. Ну, опять же, ты себя пожалел, скорее всего. Угу. Все, да? Отлично, да. Ну, вот, 72-60. Может быть, чуть-чуть плечо там пошло. Ну, где-то под 70 оно есть. Под 70 килограмм, что на самом деле неплохо. Вот у меня едет 75. Ну, мощно. Тем более, все-таки изначально верховик, да, там. Да. В таком рычаге это хорошо, с такой кистью. Ну, Виталик еще за 60 был. Там 62, 63, что-то такое. Так. Если надо, чуть не для тебя возьму. Вот так, да? Да. Не, это все-таки верховик. Ну да. Хороший. То есть чистый вариант, 65 килограмм. Это чисто было, да? Ну, на видео надо пересмотреть, но так вот то, что я видел. 68? 68, но там со спиной. А можно вот так? Нет, тоже. Спиной. То же самое, как ты делал, просто еще протянуть спиной. Так, если сделать, то 65-40. Ну, еще раз вот попробуешься. Виталик 63 делал, и он тоже чуть-чуть спину добавлял. Еще вниз. Ну, мог побольше. Но, видимо, видно, руки болят. А место просто пресс. 120. Сейчас можно даже меньше. Меньше еще не мои снимаю. Меньше нормально. Так. Аккуратнее. А, левая бля, поди. Ну, видишь, бля, я как раз бицепсом все связано. Угу. Да, бля. Килограммчик. Ну и ничего. Ты спину, в принципе, не добавлял вообще. Да-да-да. Для такого изолированного варианта это рекорд. Уже в позицию. Так. Пойдет, да? Ой, Саня, аккурат. Ой, что-то щелкнуло. У тебя или... Не, вот это. Ну вот, смотри, уже 73. 73, да? 73, 60. Вот у меня как раз... А, нет, у меня побольше. Побольше это есть. А? Что до 8? А я говорю, конечно, конечно. Да. Свидание. Вань, что там? 8. Хороший результат. А я не видел. 57. Нет, это хороший. Нормально. Могу еще раз пробовать. Прям сразу? Угу. Сейчас. Ну, диагональ, да? Еще. Ну, мне кажется, мог еще больше. То есть здесь прямо до этой потери пронация. Разбить килограмм 5-10. Плеча. Прям вниз фокус. Ну, вот. Наверное, особо не подтягиваешься, но сильный результат такого веса. То есть я думаю, вряд ли там у тебя проблемы со спиной. Ну, со спиной вроде не было проблем. Так, это откуда у нас там? Итоги замеров. Значит, потенциал очень высокий по кисти и по пальцам. Вполне в перспективе, на мой взгляд, может бороться в супертяжах, потому что кисти и пальцы позволяют еще добавить. Да, и они уже прям. Но остальные показатели, скажем, средние. То есть это там мастер-международник, да, там примерно, да. То есть вот отдельно в крюк, да, там в твоем весе, там, ну, будешь хорошо бороться, да, но не самый тот. Вверх тоже хороший, да. Потенциал, на мой взгляд, очень высокий. То есть, ну, в армрестлинге просто самое главное, это чтобы кисть и пальцы позволяли. Если они позволяют, остальное оно более наживное. Вот, но как бы есть куда стремиться. Спасибо. Будем тренироваться. Продолжение
Ничего. Сань, ты аккуратнее. Тоже круто, мне это сейчас чуть-чуть уже тоже. Сань, аккуратнее, ну ладно. А, не Бориса. Саня, отдохни, ты забился. Так, ну вы не сбивайся, отдыхай. А ты команду дашь? Стой, стой, не висят. Какой? Двигаться, блядь. Гоп! Блин, да. 65 натяжка сейчас почувствовалась. Жестко. Сгруппируйся, Сань, под крючок. Все. А бицепс, пытайся на бицепс ему перевести. У меня просто тоже загудела рука, сейчас думаю. Я вообще пить хочу. Да сейчас пойдем уже. Блин, опасный. We'll be right back.